Уважаемые соотечественники, статистическая информация на 6 июня 2020 года. За последние сутки выписано 20 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Это в Бишкеке 14, в Волжской области 3 и в Нарынской области 3 пациента были выписаны с отрицательными результатами на коронавирус. Всего за время выписано с выздоровлением по стране 1360 пациентов. За прошедшие сутки было проведено 5050 лабораторных исследований, вот, в результате которых за прошедшие сутки выявлено еще 38 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В Бишкеке 9 случаев, в городе Ош 11 случаев, в Ошской области 2 случая, в Нарынской области 3, в Чуйской области 10 случаев, в Баткенской области 1 случай и в Джалабадской области 2 случая. Из этих 38 случаев завозных 3 случая. Вот, контакт с подтвержденными случаями 29 человек. Это те лица, которые находились в условиях домашнего карантина, в условиях обсервации. Со второго повторного анализа ПЦР у них мы выявили вот случаи заражения. И источник инфекции не установлен в 6 случаях. Это все случаи, они относятся к городу Бишкек. Эпидемиологические расследования проводятся, но ежедневно у нас вот такие случаи регистрируются. То есть надо нам быть еще надо в 2 раза, в 3 раза осторожнее с этим коронавирусом. В стационарах находится 592 пациента, в тяжелом состоянии 11, в реанимации находится 2. В средней тяжести 95 пациентов, в удовлетворительном состоянии 486. Выписано 1360, умерло 22. На сегодня 8194 человека находятся под домашним карантином, под медицинским наблюдением. Это те лица, которые были в контакте с ранее подтвержденными случаями. На обсервации на сегодня находится 1736 человек. Проводятся лабораторные исследования, проводятся анкетирования. На сегодня они будут обследованы, затем будут переведены на домашний карантин, и наблюдение за ними будет продолжено. То есть все меры противоэпидемической защиты населения на сегодня проводятся.